Друзья, всех приветствую. Вернулся на север, посмотрите. У нас северные олени здесь. Красота. Беленький, посмотрите. Я как-то тоже для парка хотел двух белых оленей. Ну, в будущем планы такие есть. Красота. Это вот другу Андрея приехали. Миша. О, Миша. Экскурсию сейчас будет проводить. Оленята. Друзья, посмотрите, куда мы зашли. Это питомник ездовых собак. Вот это мне понравилось. Ты мне понравилась. Ты ездовая? Красотка. Или красавец, не знаю. Хороший. Посмотрите, друзья, сколько здесь. 90 собак, сказали. Красота. Целый питомник. Карелии находятся. Вот. Красота. Красота. Друзья, посмотрите, вот самый крупный кобели, Мишка сказал, сидят. Здесь самки. Вот все они ездовые. Все ездовые, друзья. Он Андрей с медведем пошел здороваться. Красавцы. Вот это вообще посмотрите. Мне понравился кобелек там один. И вот эта сучонка голубая окрасом. Видите? Вот она. Красотка. Вот она. Голубой окрас у нее. Ты что кусаешь? Нифига себе. И вот вылезла тоже голубой окрас. Их две тут голубых окрасом. Вот смотри. Выскочила. Ну, смотрю. А это кусается. Вот это вот кусает меня. А это на питбуль похоже. А мне понравилось. Сейчас я вам покажу, какой. Где он сидел здесь. Вон он. А, нет. Подождите, а где он? Он залез куда-то. Так, не вижу его. Ладно. Ты... Короче, где-то здесь он был. Не понял я, ладно. Вы что, все хотите ласки, да? Ласки все хотите. Ласки. А ты питбуль? А ты кусучая, да? Ты что, меня укусить хочешь? А? Что ты? Погладил тебя, да? Погладил? И сдавай, прекращай, прекращай. Вот тут, посмотрите, я такое количество собак, я впервые вижу, да, в жизни. Я в приюте только видел. Да, я даже в приюте столько не видел. Смотрите, он тоже здоровенький такой. Вот серый сидит, устрашающий. Ты прячешься? Не набросишься на меня? То рычит, то рычит. О, посмотрите, какой тоже лежит белый, светлый. Вот ты. Вон, посмотрите, сколько их. Мне вот этот понравился, на ножках такой высокий. Вот, вот этот на ножках высокий прям такой. Смотрите на меня. А, да? Ну я же смотрю, он, да, сколько ему? Он прям крупный, прям я смотрю. Но он... Костистый просто. Костистый, да. Иди сюда, мясистый. Чисто. Давайте поглажу. Можно? Не знает, куда деться. Вон, а там тоже, смотри, сколько. Офигеть. Я думал, у меня много животных. Но нет. У меня немного еще. Поэтому есть куда двигаться и куда расти. Волчье поведение. Да, что он так это, ничего себе. Как волк прям, туда-сюда, туда-сюда. Ты, наверное, волк? Били. Ты еще били. Ухаешь. Андрей, что это за место, куда мы приехали? Водопад Кивач. Ну, приехали сейчас, смотри, водопад. Водопад Кивач называется в Карелии. Посмотрите здесь, сколько машин он стоит. Очень много. Андрей сказал, все в основном проезжие. Место называется заповедник Кивач. То есть он большой. Ага. Большая заповедник, где
Но охотиться нельзя, находиться тоже нельзя просто. Ну. Сейчас пройдем, посмотрим. Вот, друзья, заповедник Кивач. Смотрите, что за место. Первая ступень со спущенным. Добрались до самой смотрительной точки, откуда видно хорошо водопад Кивач, знаменитый. Так, вон штраф. А вы нас хотели туда? Штраф заплатили. Там, где я хотел, там штраф написан. 2000 рублей. Андрей, а чем знаменит этот Кивач водопад-то? Просто то, что ваш. Река Сума, знаете, и она вот приходит, по ней расходает. Уникальное место, уникальная природа. Запах тоже, ну, чувствуется. Да. Кстати, вон там камера установлена, вон, видите, ребята, белая, на дереве. Вот я прям по центру держу. Интересно, тут рыба такая. Щука, лещ. Окунь, потом там что за. Друзья, посмотрите, вот памятник, кому надо на севере тоже ставить, и мошки. Закаменел, откуда откопали его. Это комар у нас. Я суровый карельский комар. Я уже очень старому, поэтому хочу попросить не садиться сверху. Тихо, тихо, не трогай. Да, комаров здесь достаточно. Зашли в такой музей. Вот, вот всякие ландшафты, заповедники, календари, почвы, вот, разные почвы и описание почв. Красота, растения какие здесь существуют. Вон, посмотрите, сколько малина, даже дикая, костяника. У нас, кстати, тоже на севере растет все это. Но вот такую, в принципе, все растет то же самое. Туда к Пуру. О, морожка. А здесь вот тоже, смотрите, сколько зверюшек. Лосяшка. О, ворон ты, посмотри, какой ворон. Ну все, дорогие друзья, подошел наш день к концу. Уже почти 6 часов вечера.
покидаем этот прекрасный дом, прекрасный район. Сейчас Андрей нам вынесет нашего волчонка. И прекрасного Андрея тоже покидаем. Да, спасибо, Андрей, огромное за... За гостеприимство, все за показал. Да. Сейчас поедем папку смотреть. Давайте помогу. Опа. Шустрые такие вообще. Надо волю. Ух ты, хитрюк. Вот он наш красавчик. Берегите, растите. Конечно. Вот. Ты наш красавчик. Что, альбиносик наш. Альбинос. Ну, он не альбинос. Если сказал, то не альбинос. Ну, все. Ты будешь спокойный в дороге, да? Мы тебя поснимаем, как ты себя будешь. Ты такой умница. Я тебя лучше по это слюнявил. Скажи, все понемножку помусолились. Такой хорошенький. Они все вон сырые друг друга перемусолили. Играют. Сейчас у нас Рамзан вот так вот в ручках будет вести часов 6-7 до Санкт-Петербурга. Да, Рамзан? Да. Будет спать по очереди. Сначала щенок, потом Рамзан. Будет друг друга. Да, он спокойный. Так, когда он у нас родился? 9 мая. 9 мая. О, на праздник. Еще нету 2 месяцев. Отлично. Поедем. Ну вот и все, друзья. Все, да. Сейчас в дороге заснимем, как с ним поедем. Сам, сейчас еще домой. Папку поедем посмотрим. Да. И потом это снимаем его. Красота прям на берегу. Весь вылинки тоже пошел, он гоняет, пополз прямо. Ну прикольно. Прямо пополз. Вчера еще и такой был нормальный. Сегодня уже все. Ты нас не укусишь? А, красавец. А, красавец. Ай, ты. Да. Вообще шустрый. Молодец. Твой папа, да, кстати. А, папаша, смотрите на него. Красавец. Молодец. Стерьер еще. Ну, видно, ё-моё, волчья кровь, ну, капец. Молодец. Ты, волчара. Они так, блин, не будут прям плакать. Красавец. Молодец. Все, да, сейчас выглядит красиво вообще. Ой-ой-ой. Ну да, прям шустрый видно такой прям. Ему 3 года, да? Тих. Молодец. Прям прижался ко мне. Надо выпустить, потому что у него ход другой совершенно. Сразу. Он идет, собака бежит, и он, а он такой, так легко, так прыг, собака там 2-3 шага делает, прыжка, а он один делает. Молодец. Все. Красавец. Сейчас сбоку пошел. Я думаю, что заматереет будет еще как бы. Он меня ближе, смотрите, пальцы. Комар, убери, убейте. Прямо облизывается. Дорогие друзья, вот и едем домой. 500 верст до Санкт-Петербурга осталось. Вы посмотрите, как наш малыш прекрасно себя чувствует, сидит вот у Рамзана на руках. Такой очень хороший, блин. Волчишка. Приятный. Да, спокойный, спокойный. Вообще, на самом деле, стрессоустойчив как будто. Как хотя вы сами видели, что он убегал, текал, хвост поджимал, дрожал, у него выделение, жидкость со рта, с носа тоже была от стресса. Сейчас как бы едет спокойно себе. Вообще прям хорошо себя чувствует. Не кусает пальцы вообще. Да, не кусучий вообще, как бы я много волчат в руках держал. Какой добряк. Гибридов. А он как бы вообще добренький, такой хороший. Эксклюзив. Натуре эксклюзив. Ничего, будем любить его. Да, будем любить тебя, малышок. Друзья, поселили вот сюда наш второй домик. Беленького малыша приехали наконец-то. Ужас, подустали все, но ничего. Вот я раскладываю здесь пеленки, чтобы все равно нет-нет на пеленку, может, сходит. Сейчас его покажу. Зашуганный капец.
Ку-ку, сики. Волчу, сики. Что ты? Иди сюда. Мокрый корм ему дали, сейчас кушает он с аппетитом. Уже поел. Плюшка, просто плюшка. Белый мишка. Ария, конечно, в два раза больше сейчас. Ну, он младше Арию на 3 недели. Волчище, ты на 3 недели младше. Поэтому, может, и меньше настолько. В 2 месяца тоже сфоткаемся с ним и сравним по фотографиям, каких размеров он будет. Пить хочешь? Нам прямо нужно закупить. Сколько ты не пил? Да, закупим жидкий корм ему так же, как Ари в свое время. Это пусть 2 недельки, да, посидит, 3 на нем тоже. И на мясе сыром, и на нем. Красиво. Скажите, друзья, эксклюзив. На самом деле просто, ну, красавец. Да. Ты куда лапки суешь? Что, в воду суешь? Ну, это, да, пытается туда лапкой. Вот, Андрей специально сделал пеленочки, пускай ходит в туалет за радость. Да, я уже показал, да. Ты не разлей только. Кажется, он сейчас разольет здесь, шкодничать начнет, он кусает. Уже кусает? Ну, играться будет сейчас. Малыш? А, поросенка ему нужно. Поросенка, да, пиги. А где этот крюшка? Мини-пиги.